Сегодня мир потерял одного из своих ярких талантов – Надежда Кадышева, советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России. Это невосполнимая утрата для всех поклонников ее творчества и для всей культуры России. Надежда Кадышева была известна своими прекрасными вокальными данными, тонким чувством музыки и уникальной энергией на сцене. Она стала одной из самых популярных и узнаваемых исполнительниц фолк-музыки в России и за ее пределами. Надежда Кадышева сумела сохранить и передать наследие народных песен, сохранить историю своей страны в своем творчестве, оставив своих поклонников в восторге. Но теперь она ушла от нас, оставив в сердцах болезненную пустоту. Ее голос больше не раздастся на сцене, ее улыбка больше не озарит наш мир. Ее творчество, ее душа, ее любовь к жизни – все это было так близко и дорого миллионам людей. Трагическая новость о ее кончине охватила всех поклонников и ее коллег. Мы потеряли одного из величайших артистов нашего времени, человека, который умел пробуждать в нас самые светлые и душевные чувства. Но пусть ее творчество и ее голос будут вечно жить в наших сердцах и душах. Пусть мы помним Надежду Кадышеву как великого исполнителя, мудрого наставника и замечательного человека. Мы будем скучать по ней и всегда помнить ее как незабываемую легенду российской фолк-музыки.